Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. За 2 недели столько всего неожиданного произошло, что сама не знаю, что думать. Случился один момент перед коллегами, где я умираю со стыда. Меня пытаются уволить, не могу ладить с начальником. Ребенок заболел и застрял в долгах. С мамой постоянная ругань. Муж признал то, что разлюбил. Потом обрадовался, говорит, что, мол, тогда разозлился, так сказал, что и что любит. Но, чтобы он не говорил, я и так чувствую, что он охладел. Сомневаюсь, в том, что мне верен, да. Я тоже его не люблю и не любил никогда. Нравится другой человек, но поняла, что с его стороны я симпатию к себе внушила. И 100 лет я ему тоже не нужна, Все рушится на глазах, и семья, и работа, и отношения с родными, и даже здоровье. Где найти силы, чтобы не сломиться? И правда ли говорят, что после нехорошего обязательно придет хорошее? Я сама за последние 1,5 года изменила, стала себя ценить, уважать, обозначила свои личные границы, может, это всем и не нравится. Как поступать дальше? Ну, наверное, хороший вопрос, как поступать дальше, чтобы что? То есть, если как-то и поступать дальше, то как поступать, чтобы что? Потому что в каждом из приведенном вами элементе есть, я уверен, свои нюансы, с которыми нужно последовательно разбираться и которые нужно последовательно изучать для того, чтобы понять, что происходит. Вот. Но в целом, на мой взгляд, если бы вы действительно себя бы уважали и ценили, как вы говорите, то вряд ли бы вы стали, находиться в отношениях с человеком, которого вы не любите, не любили никогда. Вот. А вы человека, я имею в виду своего мужа, не любите и не любили никогда, но при этом сомневаетесь в его верности, вас это волнует, при том, что вам нравится другой человек. При этом вы как-то внутренне требуете, чтобы он вас любил, и так далее, и так далее. Я думаю, что ключевой момент заключается в том, что вы пытаетесь как бы поступить правильно. Ну, вот. Я думаю, в этом дело, что вы пытаетесь поступить правильно, и за этим стремлением к тому, чтобы поступить правильно, вы, на мой взгляд, теряете себя, теряете свои какие-то возможности, вот, связь с вашими потребностями, с вашими желаниями, и как результат происходит вот то, что происходит. То есть, как бы, некое такое различие между тем, что вы хотите, и тем, что по факту получается. Ну, имеется в виду у вас. Вот вы говорите, что на работе с коллегами произошла такая ситуация, из-за которой вы умираете со стыда. Но это означает только,
это означает только то, что вы не отследили где-то свои потребности. Это означает только, что вы где-то не заметили, что чего-то хотите, когда как-то поступали, да? Не заметили, что не обратили внимания на свои потребности, которые у вас были, есть и будут. Вот. Вы этого не заметили. И отсюда, именно отсюда, у вас возникает история про стыд, ну про стыд. Вот. Именно отсюда возникает эта история про стыд. Не откуда-то еще. То же самое. То же самое касается вашей мамы. Ну, с которой вы ругаетесь. Это следствие, это результат того, что вы не замечаете. Чего-то, чего вы хотите, по сути. И наша задача заключается в том, чтобы помочь вам научиться это видеть, помочь вам научиться обращать на эти вещи внимание, чтобы они были для вас значимыми в вашей психологической жизни. Сейчас они для вас, судя по описанию, не сказать, чтобы очень важно. Вот. То есть вы можете что-то делать, вы можете как-то поступать, но вы не всегда отдаете себе отчет в том, для чего вы это делаете. Чего вы хотите и стоит ли оно того. То есть, ну, последствия, да? То есть последствия — это вот то, на что нужно обращать внимание. Вот. Если у вас, как мне кажется, проблематика и
с личной ответственностью, то есть отношением к каким-то вещам. То есть как я отношусь к тому или иному. Что я думаю про то или иное. Как я вижу то или иное. Что я чувствую по поводу того или иного. Вот, вероятно, не всегда этому вы уделяете свое внимание. И коли так, коли такая ситуация ну, возникает, да, коли такая ситуация происходит, конечно, будут возникать разного рода диссоциации. Вот. Ну, они, собственно, и возникают у вас. Спрашивая по поводу того, правда ли, что после нехорошего приходит хорошее, я здесь к этой позиции отношусь, мягко говоря, скептически. Я не думаю, что есть какая-то связь. Я не думаю, что эта связь имеется. Думаю, что только от вас зависит то, как будет, ну, развиваться события вашей жизни. Вот. Только от вас. И ни от кого больше. Вы, если берете свою жизнь в свои руки, и если вы готовы начать жить своей жизнью, изучать себя, исследовать себя, вот, отказываясь в какой-то степени от образа, от того образа себя, который вы себе, ну, нарисовали. Вот. То я думаю, что все у вас в этом смысле будет получаться. Конечно, не без помощи психолога, не без помощи специалиста, но здесь уже вы можете самостоятельно решить, как бы вы хотели. На этом все.
желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.